Сегодня 14 июля 2019 года, воскресенье. Это тупое еще тупее ТВ. И нам поступила информация о том, что в этой полосе водятся змеи. И мы решили проверить и пойти их поискать. Пойдем за мной. Вы кого-нибудь видите? Я пока нет. Мы зашли в тупик. Куда нам идти дальше? Наверх. Давай там поднимемся. Ты уверен, что я поднимусь? Поднимешься. Да. А нет более спокойной дорожки? Нет. А как ты сюда поднимался? Здесь вот. Блин, я очку, а вдруг я кого-нибудь увижу? Нет, почему? Я должна первая идти. Дай руку. Не, иди ты вперед, дашь мне руку. Вы поняли, почему наш канал называется тупой? И еще тупее ТВ. Кто не знает, я реальная кляча. И вниз я не спущусь. Пока я... А это у тебя горка? Да. Да? Я думала, здесь нормально. Там кто-то заползал. То в углу кто-то зашевелился. Сейчас мы туда пойдем. Тихо. Главное, не спугни. О, боже! О, боже, кто это? Знаешь, что это за змея? По-моему, это питанчатый тунтун. А он не дикий? Если я его возьму в руки, он меня не укусит? Как ты думаешь? Ты можешь, слышь, ты зоолог, зачем я тебя с собой взяла? Не укусит? Вообще живой. Да живой, смотри. Это же тунтун. Мы искали именно его. Это самые опасные змеи. Его укус может убить моментально. И я в прямом виде беру его. Все. Завтра мы пойдем искать черную вдову. Кто это? Это ящерица. Да.